когда в чате активист ДВК в Телеграме вступила в дискуссию, которая проходила там, и выразила свое мнение. И тогда я не понимала, что мы, я и мой муж Джумаев Аблабас стали жертвами провокаторов. Что именно этим сотрудникам нужны были, которые высказали хоть одно слово, которые высказали бы хоть одно слово, типа уничтожить. И этого было достаточно. Это все нужно было, наверное, для того, чтобы впоследствии получить решение Сельского районного суда города Астана о признании ДВК экстремистским движением. Мне спросили, вы поддерживаете программу ДВК? Да, мне нравится, черт возьми, мне нравится программа ДВК так же, как Духи Шанель. Подождите. Потому что Духи Шанель... Берите себя достойно. Не надо кричать. Да. Потому что сегодня решается моя судьба, я имею право ваше честь. Не кричите, не выражайте здоровье. Все с вами говорите, вам не запрещается. За пределы нет. Да, мне нравится программа. Я влюбилась в эту программу. А где наше государство? Куда смотрит наше государство? Почему нам не дают свои программы? СИН-2025. Это вообще недоступная программа для простых граждан, как мы.